Чем хорош помидор? Конечно, в нем очень много полезных веществ, но главное, пожалуй, вот что. Он отличный антидепрессант. Благодаря большому содержанию так называемого гормона счастья, серотонина, помидоры способны прекрасно поднимать настроение даже в самый унылый и пасмурный день. А какие еще хорошие качества есть в этом овоще, узнаем прямо сейчас. Рубрика «Съедобная азбука». Они похожи почти что как воздушные шарики, круглые красные, только еще зеленой верхушкой. Помидор диетологи называют волшебным овощем, потому что в нем содержится много ликопина. Это растительный пигмент, который окрашивает помидор в красный цвет. А в человеческом организме его назначение антиоксидантное. Он защищает ДНК, что снижает риск развития онкологических заболеваний. Помидоры, как и многие другие овощи, в Европу привез Христофор Колумб. Коренное население Южной Америки называло эти красные плоды «томатль». Французы нарекли их «pomme d'amour» в переводе «яблоко любви». В результате этого долгое время помидоры ошибочно причисляли к афродизиакам, воспламеняющим чувства. Заблуждались и насчет ядовитости этого овоща. Поэтому еще столетия назад в Германии растения выращивали как комнатный цветок. Есть много историй, разоблачающих миф о ядовитости томатов. Одна рассказывает о покушении на Джорджа Вашингтона. Якобы президента хотели отравить, добавив в жаркое томаты. После этого Вашингтон благополучно прожил еще 23 года. На сегодняшний день известно, что стакан томатного сока свежевыжатого содержит по содержанию витамина С половинную суточную норму этого витамина, очень важного. Также нужно отметить, что в помидорах бета-каротиноиды, которые предвестники витамина А, преобразующиеся в организме уже витамина, содержатся также в большом количестве. А это очень важное вещество, относится к группе антиоксидантов. То есть вещество, которое не дает повреждаться клеточным стенкам и проникать через клеточную стенку вредным веществам и нарушать метаболические процессы. Очень богат томат хромом. И как раз люди, которые хотят снизить свой вес и борются с ожирением, наверное, для них это самый подходящий продукт. Американские ученые, когда проводили исследования томатов, установили, что риск заболеть раком молочной железы у женщин при ежедневном употреблении томатов снижается на 30%. Фактически, это тот продукт, который должен быть у нас в ежедневном рационе. Также интересный факт о том, что опухолевые заболевания предстательной железы у мужчин тоже профилактируются томатами. На сегодняшний день известно, что при термической обработке именно вещество ликопин, оно преобразуется в такую формулу, которая наиболее легко усваивается организмом. Его не становится больше, но при тушении, при жарении, когда мы в суп добавляем или в какие-то блюда томаты, но именно такая формула и такая форма лучше нашим организмом принимается. Итак, помидоры нам очень нужны как профилактика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. А заботьтесь о своем здоровье, и тогда утро будет самым добрым.